подписчики канала Дом и сад Home Garden. Сегодня с вами я, Анна, и мы приехали в магазин Светофор. Магазин низких цен, как он себя позиционирует. Будем смотреть ассортимент, выгодные цены на посуду и новогодний ассортимент, если он есть. Значит, что хочу сказать, этот магазин расположен очень далеко, обычно в городах, он во многих крупных городах уже есть, эта сетка. Она позиционируется так больше, как оптовая база. Если вы в нее приезжаете, вы видите такой склад. Чем-то напоминает магазин IKEA в той ее части, где расположен непосредственно сам склад, откуда самостоятельно нужно забирать какие-то части мебель и прочее. Здесь вот выглядит все ровно таким же образом. Показываю вам новогодний ассортимент. Хочу сказать, что на некоторые товары очень трудно найти ценники. Вот такой новогодний подарок, новогодний замок за 203 рубля. Сразу мы будем немножко проводить аналогию с фикс-прайсом по традиции. В фикс-прайсе сейчас есть новогодний подарок за 199 рублей. Вот здесь в этом подарке аж целый килограмм его вес. Вот. Ну, что хочу, основной вывод сразу вам скажу. Вот новогодний сундучок 500 грамм за 99,90. Что цены, конечно, интересные, но ради этих цен, возможно, не все поедут так далеко, как расположен этот чудесный магазин. Задумка очень классная. Такой магазин, оптовый склад. Но в то же время расположен он очень далеко и неудобно. То есть, если вам нужна какая-то прям массовая закупка, может быть. Итак, смотрим вот такие кружечки. Сразу скажу, это гусь хрустальный, не Китай. На них написано, что их нельзя ставить в микроволновую печь. Хотя, конечно, и стоят они 37,90. То есть, в фикс-прайсе все кружки начинаются от 50 рублей. Там в основном китайские кружки, здесь гусь хрустальный. Набор рюмок 50 мл, 6 штук. Вот такие рюмочки, достаточно они просто выглядят. Набор бокалов для вина 6 штук, 240 мл, 220 рублей. То есть один бокал получается более 30 рублей. В принципе, это хорошая очень цена, потому что в фикс-прайсе мы знаем, что на бокалы такого качества, вот сейчас из гусь хрустального есть бокалы под шампанское, 55 рублей. Кружка фан 56,90. Ну, такие кружки в фиксе будут стоить 50 рублей. То есть и в Ашане можно найти, недавно у нас был ролик про посуду и в ленте. Можно недорогие кружки, недорогую посуду обнаружить, поэтому ехать, возможно, в Светофор за посудой. Ну, не очень актуально. Посмотрите, какая ваза для фруктов пикника. Это наш любимый с вами производитель Паша Бахче. Вспоминаем, что в фикс-прайсе Паша Бахче не дороже 100 рублей, но там таких массивных больших ваз не было. Можете поехать в Ленту, можете поехать в Ашан. Там огромный ассортимент этого производителя. Салатник Арго 29,90. Стоит вот такой очень простой салатник, и соответственно он такой же очень бюджетный. 29,90 для салатника — это супер, конечно, цена. Кружка керамическая палитра 350 мл, 51,90. Ну, как мы с вами уже обсудили, кружки дешевые, их можно везде, собственно, обнаружить. Каких вот 33,90, самая простенькая кружка, это тоже гусь Нижний Новгород производитель, совсем простая кружечка. Набор салатников Султана 233 рубля. Паша Бахче, конечно. Ну, в фикс-прайсе есть наборы тарелочек Паша Бахче, но таких больших салатников опять же нету. Еще один салатник, то есть много, но это совсем простой, без наворотов, салатник. Возможно, если вам понравится этот ролик, мы еще обязательно съездим в Светофор и заснимем. Да, кстати, вот, пожалуйста, город Бор, Нижегородская область, ну, наш любимый производитель Паша Бахче. Такие
кувшины были вроде бы в фикс-прайсе или похожие. В общем, таких кувшинов я видела много где. Ничего в них, вообще ничего особенного прям такого в этом светофоре мы найти не смогли для вас. Если, еще раз повторю, вам этот ролик понравится, то обязательно мы туда еще съездим и посмотрим какие-то, может быть, на скидки на продукты питания. Может быть, что-то там будет такое экстраординарное. Но пока я вот лично для себя смысла не вижу ехать в такую даль из-за 3 рублей, грубо говоря. Вот такие наборы стаканчиков. Такие же были кружечки, мы показывали. 3 штуки стакана 290 миллилитров по Шабахче, написано Турция, не производится этот бренд. Турция, вернее, он производится там, но у нас продается российское производство, Нижегородская область. Френч прессы Apollo, тоже марка такая-то распространенная во всех гипермаркетах, во всех ее можно встретить. Вот горшочки под жаркое застолье, 47,50, простенькие горшочки. Креманка в ассортименте тоже. И вот эта кружка для супа, хотела ее показать, но здесь прям реально хорошая цена. Это у нас с вами город Бор. Вот. В фикс-прайсе такая кружечка 77 рублей, только в темном варианте. И в Ашане вы можете ее купить в районе 100 рублей производителя Паша Бахче. Пивные кружки. Ковш с антипригарным покрытием за 300 рублей. Недавно мы показывали в Ашане, очень похожие сковороды были, лежали на распродажной зоне. Вот такие сковородки за... Ну, это литой алюминий, то есть вот эта сковородка уже прям выглядит 26 сантиметров. Она выглядит очень массивно. Тарелка для пиццы, тоже цена, посмотрите, очень все дешево. Но она простая сама по себе. Вот здесь есть рисунок. Набор разделочных досок, пожалуйста, за 91,90. Вот, кстати, наборов таких мы не видели в фикс-прайсе. Форма для запекания стеклянная, 203 рубля. Мы напоминаем, что в фикс-прайсе сейчас появились формы за 199 рублей. Производитель вроде бы Simax. Вот такой производитель, и он из Ирана. Вот эту крышку хотела показать. В компании Faberlic недавно появились точно такие же крышки. Это, видимо, сейчас тренд такой, крышки на разный размер сковородок, кастрюли и прочее. Набор бокалов для коньяка, ну, они обычные, здесь даже, ну, просто как миллионы других бокалов. Ваза для фруктов очень бюджетная, с дырочку такая пластиковая, больше похожа на какую-то корзинку для каких-то мелочей, наверное. Корзина для фруктов, такая интересная форма. Дуршлаг. Большое их количество. Сумка-корзинка. Такую сумку мы с вами видели в фикс-прайсе. Знаем, что она была. И, конечно же, не за такую цену, а за 99 рублей. Поднос. За очень простой поднос, сразу скажу. Прям. Ну, глаз не падает ни на что, честно сказать. Пожалуйста, в комментариях напишите, как вы вообще относитесь к этому магазину. Были ли вы в нем, покупаете ли в нем.
Если для вас что-то очень выгодное, если есть, то поделитесь, что вы там покупаете. Может быть, вы оптовую закупку, там, я не знаю, конфет делаете или еще чего-то. Нам будет очень полезно узнать, потому что этот магазин на самом деле набирает популярность на просторах YouTube. Ну, тут осталось совсем немножко. Я с вами прощаюсь на нашем канале. Ставьте лайки, пишите любые комментарии, в том числе и негативные. Всегда рады. Вот, и до новых встреч скоро. Новые обзоры из Fix Price, на следующей неделе Оби, Лента и другие магазины. До свидания, до новых встреч.